решил почистить фильтр. Это у нас флювал 206. В общем, сейчас надо, наверное, свет включить. О, так отлично. Вот я достал сейчас кассету, которая... Смотрите, какая тут грязь. Фильтр я не чистил больше года. Скорее всего, я его перезаряжу на биологию. Просто тут ил, уже пора его было чистить. Вот это вот как я его приобрел, он абсолютно с нуля был, этот 206. Вот, и он полностью с губками, то есть тут была механика, механическая чистка. Видите, что происходит. В общем-то понятно. Еще смотрите, резина в этой крышке, она как-то вот что-то с ней происходит непонятное. То ли это смазка была, то ли... В общем, буду чистить. Надеюсь, это не повредит фильтру. И тут все эти вот уплотнения будут работать. В общем, вот так вот фильтр Flual 206, который в 200-литровом аквариуме проработал более года. Нужно будет посмотреть, когда я его запускал, но, по-моему, больше года. 205-й буду перезапускать где-то через пару недель после этого, чтобы не сразу два фильтра. Так, ну а вот я вскрыл флювал 205. Честно говоря, я в шоке. Тут у меня были в корзинках. Ага, тут у нас он был типа на биологию. Вот так вот выглядит. Все залипшее, но я в шоке с мочалок. Смотрите. Это все в мочалках было. Капец. Просто капец. А я думаю, что такое фильтр, что очень плохо работать стал. Просто я за него подзабыл. Наверное, уже второй год пошел, как я его не чищу. В общем, вот по 205-му то же самое. Скорее всего, промою. У меня есть с 206-го более новые губки, уже сухие. Поставлю их сюда. Ну, тут... Добавлю еще лавы. Будет у меня био и механическая фильтрация. Вот такая вот история по фильтрам. Буду мыть.